Доброе утро. Все о событиях в крае и его столице вам расскажут корреспонденты информационной программы «Наши новости». В студии Евгения Доровская и Александр Ланцков. Здравствуйте. Большая вода постепенно уходит из предгорных районов края, однако тяжелая паводковая обстановка на Алтае сохраняется и режим ЧС не снят. Более того, пострадавших населенных пунктов может стать больше. Синоптики дают неблагоприятный прогноз. В крае ожидаются дожди, местами сильные, грозы и даже град. В связи с надвигающимися осадками по южным и восточным районам в ближайшие трое суток возможно подтопление целого ряда населенных пунктов. Ожидается, что паводок придет в барнаульские поселки Затон и Ильича, а также Новоалтайский микрорайон Белоярск, село Малопантюшово в Алейском районе и в Камень-на-Оби. Большая вода может подтопить села Первомайского, Тальменского, Павловского, Шилоболихинского, Каменского, Калманского, Быстроистокского, Смоленского, Петропавловского, Топчихинского, Усть-Пристинского, Усть-Калманского и Шипуновского районов. Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает о необходимости соблюдения правил поведения в случае подтопления домов и улиц. Жителей края, пострадавших от наводнения, начали прививать от острых кишечных инфекций и вирусного гепатита А. Вакцинация проводится во всех затопленных районах, а также территориях, где прогнозируют приход большой воды. Вспышки этих заболеваний, по словам врачей, как правило, возникают после наводнений. Дело в том, что люди еще не обеспечены чистой бутилированной водой, а грязь и мусор не убраны с подтопленных территорий. Именно поэтому в этот период проводится вакцинация населения. В ближайшие дни медики планируют привить 7,5 тысяч жителей края, в первую очередь детей старше 3 лет, а также специалистов, которые занимаются ликвидацией последствий паводка. Вирус гепатита А преимущественно распространяется водным путем, а при вот таких, значит, вопросах, которые касаются паводка, очень страдает система водоснабжения. И с целью того, чтобы предотвратить возможное заболевание, население используется вот этот вид иммунизации. Тем временем в Барнауле открыта горячая линия по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от паводка. С 9 до 18 часов, позвонив по номеру, который вы сейчас видите на экранах, можно уточнить адреса пунктов приема вещей, а также узнать, в чем сейчас именно особенно нуждаются жители затопленных районов. Отметим, сейчас в разных точках краевой столицы работает 5 пунктов приема гуманитарной помощи. За прошедшие сутки туда обратилось несколько сотен барнаульцев. Горожане приносят постельные принадлежности, белье, теплую одежду, обувь. Ну и все необходимое для пострадавших во время паводка будут собирать и в рамках краевого фестиваля «Алтайфест», который открывается в эти дни, в эти выходные в селе Новотырышкино Смоленского района. Организаторы решили не отменять мероприятие из-за наводнения, но усилить программу благотворительным марафоном по сбору одежды, обуви и средств гигиены. Кроме того, на площадках фестиваля будут установлены ящики для пожертвований, а собранные деньги организаторы обещают направить на приобретение гуманитарной помощи. К другим темам. Автопарк Рубцовской станции скорой помощи пополнился новыми автомобилями. Машины получили в рамках губернаторской программы. 6 новых автомобилей ждут своего первого выезда. Но сначала машины предстоит оснастить системой ГЛОНАСС. В последнее время станция получала в основном «Газели». На этот раз все новые единицы марки УАЗ. Это высокопроходимые автомобили, на которых можно будет легко проехать в труднодоступные районы. 6 автомобилей существенно улучшат скорость и качество оказания медицинской помощи. И все же для полного комплекта станции необходимо еще 5 санитарных автомобилей. Кстати, сейчас возникает вопрос строительства дополнительных гаражей. У нас 50% автопарка находится на открытой стоянке. Мы также решаем с главным управлением по строительству не капитального, а каркасного модуля здесь на нашей базе. Продолжение тех гаражей, еще поставить 9 санитарных боксов для автомобилей скорой помощи. Проектная документация на строительство боксов уже готова. Теперь все зависит от того, когда краевое управление сможет выделить на них средства. Яна Писарева, Геннадий Лабзин. Наши новости. Ждать суда в СИЗО с евроремонтом. В Барнауле завершилась реконструкция одного из изоляторов временного содержания. Со дня на день туда должны перевести подследственных, а их 94 человека. В каких условиях будут жить задержанные, расскажет Маргарита Белова. ИВС номер 3 – одно из старейших в системе исполнения наказаний Алтайского края. Еще полгода назад двухэтажный корпус не отличался от подобных учреждений по всей стране. Сегодня после реконструкции здания все помещения соответствуют международным стандартам. После наблюдения
Как слышите меня? Прекрасно слышно. Спасибо. 10-я камера, как меня слышите? Хорошо слышу. Во всех камерах установлено видеонаблюдение, радио. Система голосового сообщения позволяет общаться с подозреваемыми дистанционно. Уборная комната отделена. На каждого задержанного выделено индивидуальное полезное пространство. Полки, шкафы, вешалки. Вентиляция, отопление полностью реконструированы. Существует комната видеоконференц-связи. Всего на капитальный ремонт израсходовано более 8 миллионов рублей. Единственное, что осталось, наверное, это установить телевизоры, но они будут устанавливаться только тем, кто себя будет хорошо вести. Здесь будут ждать решения суда мужчины, которые впервые нарушили закон. Статьи, как говорят в народе, легкие. По словам сотрудников системы исполнения наказаний, созданы все условия, чтобы человек с одной стороны как можно раньше адаптировался к новым условиям, а с другой как можно позже узнал все прелести тюремной жизни. Маргарита Белова, Павел Лаурнин. Наши новости. Через неделю будет дан старт главному футбольному событию в Бразилии. Начнется чемпионат мира, и следить за ним, мне кажется, будут все мужчины. Ну а многим мальчишкам-футболистам важен не только результат, но и сам процесс. Увиденные новые элементы они потом отрабатывают на тренировках. А лейским юным футболистам изучить премудрости будет в разы проще, ведь в городе теперь есть новое искусственное поле. Слово Кириллу Политову. Зимой и летом будет одним цветом. Новое покрытие на стадионе в Алейске заменили до основания. Теперь оно искусственное. Юные поклонники английской игры сразу же распаковали подарок. Устроили турнир. Пробовали качество поля 6 команд. К хозяевам газона приехали гости из Барнаула, Бийска, Рубцовска и Новосибирска. Придирчивые эксперты результатом более чем довольны. Поле отличное. Хорошо бегать, мягкое. Даже когда падаешь, не очень больно. Это арена с искусственной начинкой – результат совместной работы краевых властей с Российским футбольным союзом «Хэт-трик». Стоимость объекта – 25 миллионов рублей. Таких стадионов в крае теперь два. Обещают еще дубль. Мальчишки из Барнаула и Ребрихи в ожидании. Эти инженерные сооружения – лишь часть одного проекта. В целом, за 8 лет на Алтае построено и капитально отремонтировано 36 крупных спортивных объекта. Символично, современное футбольное поле в Алейске распахнуло свои ворота накануне Дня защиты детей. Как поле? Голы будут? Да! Замечательно. Многое, если не все, что мы делаем, казалось бы, в нашей каждодневной, повседневной работе, на самом деле адресовано даже не поколению взрослому, сколько тем, кто только входит в жизнь. Нашим детям, нашим подросткам, молодежи. А вот другой спортивный объект, намеченный изначально сроки, скорее всего, двери не откроет. Стройка затягивается. На месте бывшей общеобразовательной Алейской школы должна появиться спортивная. Универсальный центр – итог работы краевой программы 80 на 80. Пока переход от цифр к делу идет не по графику. Они сами себе задачу ставят, потому что они все сроки уже сорвали. При этом, как всегда, строители ссылаются на проектировщиков. Если нельзя сослаться на проектировщиков, ссылаются на субподрядчиков. Песня-то она, в общем, старинная, русская. Поэтому и мотив ее известен. Центр одновременно сможет принять почти 800 ребятишек. Обещают, найдется место всем. Еще бы! Большие просторные залы. Здание разделено на несколько частей. Два этажа. Главная площадка три в одном. Для мини-футбола, волейбола и баскетбола. Другие помещения поменьше. Впрочем, для борьбы, дзюдо, тенниса и аэробики большего и не требуется. Также все технические помещения, включая душевые, раздевалки. Также предусмотрены все условия для маломобильной группы и занятий спортом инвалидов. Строители пообещали, несмотря на сбои, объект будет сдан вовремя. Здание должно встать в строй к началу сентября. Кирилл Политов, Александр Морозов. Наши новости. А мы продолжаем знакомить вас с историей улиц нашего города Барнаула. Сегодня Илья Кочетков прогулялся по улице, которая носит имя, пожалуй, самого известного в мире русского поэта – улица Пушкина. Неширокая какая-то провинциально уютная улочка на самом краю города, буквально в двух шагах от нас, берег Оби. Но именно здесь начинается одна из самых, пожалуй, знаковых улиц города Барнаула. Когда-то она называлась Иркутской, но в 1899 году, когда во всей России праздновали столетие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, власти решили присвоить этой улице его имя. Почему имени Пушкина? Ведь он тогда вовсе не был таким солнцем русской поэзии, как сейчас. Оказывается, на рубеже веков было модно называть улицы именами народных поэтов и писателей.
Конец 19-го, начало 20 века – это определенное такое, как вы сказали бы, в советское время, возвращение к деревне. Да? То есть вот, увлечение историей Древней Руси, это обращение ко всему славянскому, русскому. Улица Пушкина тогда была слепком переломного времени. Эклектичная, на стыке стиля архитектура, она видна и в здании аптеки Крюгера, и казенной женской гимназии, и других зданиях. А вот этот сквер когда-то занимал Петропавловский собор, на кладбище которого, по преданию, похоронен сам Ползунов. А здесь все пространство до самого Московского проспекта заполняли гостиницы и магазины, самым шикарным из которых был пассаж Смирнова. То место, в котором сейчас с вами стоим, мы тут, можно сказать, вот здесь вот как раз вот был магазин. Может быть, мы с вами сейчас в каком-нибудь одном из залов, отделов этого магазина. Продукция в магазине была представлена совершенно различная. Говорят, практически, ну, чуть ли не со всего света. Был отдел и гастрономический, и винно-бакалейный, и обувной, и одежда продавалась. На Пушкина когда-то находилось и большинство городских кинотеатров. Говорят, репертуар менялся каждые два дня. В общем, не только торговая, но и культурная жизнь била ключом. В новейшее время из действующих кинотеатров здесь оставался только небольшой уютный «Пионер». В конце 80-х, начале 90-х годах 20 века, в самую эпоху видеобума, в нем работал, пожалуй, лучший видеосалон города Барнаула. Я прекрасно помню, как мальчишка считал за счастье сходить в него. Большой экран, проектор, мягкие кресла. Сейчас на его месте достраивается большой концертный комплекс «Пушкинский». И за ходом строительства наблюдает сам. Памятник Пушкину сегодня – одно из главных достопримечательностей не только улицы, но и всего Барнаула. В год переименования Иркутской в Пушкинскую была идея воздвигнуть и памятник поэту. Но сделали это лишь 100 лет спустя, при совсем другой власти. И сделали, как и положено для народного поэта, всем миром. Автор памятника Михаил Кульгачев вспоминает, что на одном из заводов ему безвозмездно выделили мастерскую и помогали, чем могли. Весь завод просто, ну, на таком энтузиазме все это происходило. Пушкин, даже как памятник, актуален всегда. Сегодня авторы внезапно обнаружили, что неизвестные вандалы украли его латунные элементы. Сомнительный подарок на день рождения поэта. Впрочем, нас заверили, что ситуация в ближайшее время разрешится. Ну а улица Пушкина занимает более 3 километра, так что прогуляться каждый желающий может по ней, не прибегая к услугам общественного транспорта. На этом мы заканчиваем наше небольшое путешествие. А в следующий раз мы побываем на улице Георгиева. Узнаем о том, кем был этот человек и что он сделал для нашего города. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. Какие еще события принесет нам этот день, узнаем из вечернего выпуска наших новостей. Телефон редакции 659-129. Пусть этот день сложится для вас удачно. До встречи.